какие отношения стоит возвращать и почему. Буквально через несколько секунд я расскажу о 4 ситуациях, в которых стоит попробовать наладить отношения. Если вам актуальна тема, ставьте лайк. Здравствуйте, с вами Виктория Власова. Я помогаю женщинам наладить личную жизнь, стать счастливыми и любимыми. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь, чтобы первым получать полезные советы в теме отношений. Итак, приступаю к сути видео. Первая ситуация, когда стоит попробовать вернуть отношения. Если в целом ваши отношения влияли на вас положительно, и вы были счастливы, но не смогли обуздать свои эмоции и все испортили. Например, часто контролировали, пилили, подавляли, не понимали ценность партнера в вашей жизни. И когда он ушел, вы осознали, что перегнули палку, и что он для вас значим и важен. И вы хотите переиграть ситуацию. Обязательно рекомендую прочитать мое бесплатное руководство «10 фатальных ошибок, которые могут оттолкнуть бывшего навсегда». Получить доступ вы можете по ссылочке в описании под этим видео. Вторая ситуация. Если мужчина сделал ошибку и хочет вернуть вас и делает конкретные шаги. Например, произошел флирт, переписка или разовая интрижка, и вы об этом узнали, расстались. Он кается, пороги обвивает, обещает, что больше этого не повторится. И вы не знаете, как правильно поступить. Он вам значим, и вы его любите. То в этом случае важно понять, каким образом он может вернуть ваше доверие. Что конкретно он должен сделать, чтобы завоевать снова ваше доверие? Расскажу случай из практики. Одна из моих клиенток нашла переписку в телефоне мужа с другой барышней. Она разорвала отношения. Через какой-то период муж начал проситься обратно. Она помирилась не сразу, чтобы немного проучить его. И одним из условий, как вернуть ее доверие, было то, чтобы муж сменил номер телефона. А вы подумайте, что для вас является подтверждением, когда мужчине можно снова поверить, и озвучьте ему. Третья ситуация. Если вы сами сгоряча бросили и ушли, или, например, ушли к другому, и сейчас понимаете, что хотите быть с бывшим. Часто мы поступаем, руководствуясь эмоциями, а не логикой. И когда остываем, понимаем, что решение приняли сгоряча. Пытаемся переиграть ситуацию, но партнер уже не хочет. Или просит время, или обижен. В этом случае можно сделать несколько шагов, чтобы восстановить отношения. И об этом подробно рассказываю в своем бесплатном курсе «Как вернуть любимого за 3 шага». И доступ вы можете получить по ссылочке в описании под этим видео. Так, 4-я ситуация. Если вы осознали, что во многих моментах были неправы или наделали кучу ошибок, и хотите второй шанс. Например, советовались с родителями, и это плохо влияло на ваши отношения. Или запрещали ему видеться с детьми. Или ревновали, старались удержать на коротком поводке. Или были эмоционально холодны с ним. Или играли в игру «Единственное правильное мнение мое». Или постоянно критиковали, придирались по мелочам. Или ставили себя выше мужчины, таким образом обесценивая его. И сейчас вы изменились, переоценили ситуацию и хотите второй шанс. Тогда вам рекомендую прочитать мое бесплатное руководство «10 фатальных ошибок, которые могут оттолкнуть бывшего навсегда». Дорогие мои, теперь вы знаете,
такие бывают ситуации, и когда стоит приложить немного усилий для восстановления отношений, если у вас есть такое желание. И напишите в комментариях, в какой ситуации вы сейчас находитесь, чем возникают трудности, и я обязательно отвечу на ваш комментарий. С вами была Виктория Власова. Увидимся. До новых встреч. Любите и будьте любимы. Вы этого достойны.